Ты доказательство. Вот. Чего? Что эмоции разрушают тебя. Да, правда. Но я люблю надежду. Это позитивная эмоция. И она пришла. Доктор, рад встрече. Джейк! Киборги прошли из одного мира в другой, и мы тоже. Нет. Нет. Киберлидер один был уничтожен. Поясни, загрузка общих файлов. Я обновлюсь до киберлидера. Защищайте эту комнату. Криси, проследи за связью. Убьешь одного киберлидера, и они сразу перегружают нового. Быстро! Но вы не можете скакать из одного мира в другой. Можем с помощью этого. Нет, у вас не должно быть таких технологий. У нас есть свой Торчвуд. Они это разработали. Хочешь посмотреть? Нет! Параллельная Земля, параллельный Торчвуд. С одной поправкой. Мы узнали о деятельности института, и он под контролем республики. Я должен вернуться, Роза и ее мать в опасности. То есть Джеки, моя жена, в параллельной вселенной? А ты, доктор, в этот раз я знаю, кто ты. Хорошо, но я должен срочно вернуться. Нет, здесь ты не главный. Это не твой. И ты хоть раз послушаешься? Я могу перенести только одного, я тебя не брошу. Ты следуешь за мной везде. Что я для тебя сделала? Наверное, я болван. Ты самый храбрый в мире. А как же, доктор? Ладно. Самый храбрый из людей. Не пойму, что Далекам надо от меня? Я для них ничто. Кто знает. Что бы ни было внутри ковчега, оно пробуждается. Я такое уже видела. Когда я впервые увидела Далека, он был сломан и умирал. Но я коснулась его, и он вернулся к жизни. Доктор сказал, что когда путешествуешь во времени в Тарзис, в тебе собирается фоновая радиация. Это безвредно. Но... В войне времени Далеки научились использовать эту энергию. Обожаю, когда ты говоришь о технике. Заткнись. Но если у Далеков в этой штуке что-то есть... Им нужна ты. Ты тоже путешествовал, мы пойдем оба. Но зачем им создавать что-то, что они могут открыть сами? Технологии украдены. Ковчег делали не Далеки. Тогда кто? Повелители времени — это все, что осталось от их мира. Ну что там, внутри? Будущее.